Песня называется «Это моя жизнь». Сейчас здесь мы вам покажем, расскажем, ну и объясним кое-что из жизни нашей церкви. Смотрим. Мы пришли вот такими молодыми, маленькими в церковь, да? Наивно смотрели на все, и нам сказали, что настоящий христианин должен учиться. В этом доме вот такие теплые дома, теплые лестницы. Нам было хорошо. Эй, посмотри на меня, делай, как я, сказала нам пастор. Вы можете делать так, можете так, вот так и вот так. И мы стали учиться. Смотрите, сколько книжек. Мы стали учиться ходить. Это прогулка к видению. Стали учиться плавать. Стали учиться ходить по воде. Стали учиться летать вместе с папой, так как папа, как мама. Мы созерцали, учились смотреть, уходили в себя и возвращались. Учились радоваться малому и побольше. Мы учились учиться. У нас был классный учитель. Нам очень нравилось. Мы учились мечтать. Учились строить планы. Много планов. Очень много планов. Разных планов. Мы учились принимать их такими, какие они есть. Мы учились петь сквозь дым. Учились слушать и слышать друг друга. Учились играть в команде. В такой команде, которая не бросит бойца, который оступился, ну и нечаянно куда-то выходил не туда. Мы учились стоять на сцене, когда главной задачей было просто выстоять и не упасть. Мы учились быть естественными, честными. Естественными вот в таких проявлениях. Естественно, радоваться. Естественными в творчестве. Мы учились быть вот такими. Я не знаю, как это описать. Но чтоб я так жил, как они вот здесь, вот как им хорошо. Учились быть волшебниками. И учились ломать стереотипы. У нас были классные учителя. Бог благословлял нас. К нам приезжал Александр Корман. Учил взрывать наш мозг. Вадим Фаткевич учил взрывать мозг других людей. Боб Ларсен, который много объединил. А какие были учителя у наших учителей? Цезарь Костеланов, Андрей Тищенко. Потом мы отучились и захотели жениться. И у нас это здорово получалось. Мы женились, выходили замуж. Вот так это происходило. Мы размножались. Росли, 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 росли. Мы немножко выросли. И стали учиться делиться собой. Делиться Богом, который внутри нас. На энкаунтерах мужских, женских. Учились быть шлангами, чтобы проводить Бога. И у нас уже немножко стало получаться. Это моя жизнь. Но это еще не конец. Это такая картинка из будущего. Да? У нас было много хорошего. Да, да, да. Вот так вот было. Это все было. Это все было классно. Это все было здорово. Это все было весело. Самое главное, что мы учились делать это с Богом. Это моя жизнь. Самое главное, это здесь и сейчас. То ли еще будет.